прибегает к тактике запугивания. Я просто пытаюсь хотя бы в середину попасть. Да! Нет! 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 Я чекпоинт не взял. Ола, амигос, и вечер добрый. Кванту Филиппин, Биг Ратос, и добро пожаловать. Это полеты будут у нас. Это полеты наших игроков, пацаны. Я чувствую сегодня а так. А это изи. Давно это не изи, было, давно да? не было такой хорошо. Боли, изи? Такого безумия. Это изи, да. А, подожди. Я понял. Пацаны, а что вы делаете? Это лететь так. В дырку, пацаны, залетать. А что, не долетает? Вот, смотри, Маруся. Бля, не долетает. А, я долетаю. Что? Пацаны, там чекпоинт сзади, тормоза сделайте, там чекпоинт еще сзади, кто не видел его. Есть, я смог это сделать. Я собрал третий чекпоинт и не вывалился. Теперь разворачиваюсь, еду обратно. Мужчина. Все, это-то я уже делал два раза, пойми сам. Как я красиво пролетел. Не всегда получается красиво, дяденька. Вот это лайк. Босс. Я второй раз пытаюсь залететь в отверстие. У меня уже раз так пять, короче, на него. Я просто езжу, мотаюсь. Шатаюсь. Нет, не упади, ну ты, блядь, ты дура, что все упал. Yes, Максим, я прошел, я первый. Смотри, Максим первый. Пизда, я первый. А, Филиппин, ты не прошел, ой, что ли? Да ты я дура! А ты что, меня сейчас не откинуло назад? Зачем? А кто там так далеко офигеть, прошел? Офигеть, это я! Тут что, дальше жопа вообще какая-то, пацаны? Мужчина. Тут мужчина. Это... Пацаны, это все фигня в начале. Вот дальше, на следующем чекпоинте, ты реально уже... Да зачем, придурочная, ты так делаешь? А что ты не взял чекпоинт, дура? Ладно, мы потренируемся. Иногда просто этот чекпоинт последний, он типа тебя отталкивает, а иногда просто да. нет. Они странные какие-то. Эти чекпоинты... Я прошел, тупо кайфую вообще. Бля, меня изнасиловала эта трупа. Вот да, вот такая же история. Угу, ниже взял, молодец. Нет, это ошибка. Возьми чекпоинт. Блин, теперь надо парапет в уллрайт попасть, конечно, еще история другая. Сразу угол давай. Выставляем. Сделаем это. А что тебя так несет? Показываю мастер-класс. Я так тебе кто? Говорю, лететь, попадать на уллрайт, прыгать в уллрайт и лететь дальше. Я себе здесь вот это приколы. Блять, да ладно, ну ты серьезно. Блин, я не долетаю немножко. Я лечу нормально. Нет, не лечу. Ну не лечу, летел же нормально. Что случилось? А я придурок. Ну там еще и стоперы плюс. Типа они сюда немножко подкидывают, короче, пиздец. Блять, нахуй мы сюда зашли, блять. Пацаны, вы, по-моему, реально зря взяли эту хуйню. Пошел бы War Thunder монтировал, блять. Запустили просто вот это. Пиздец. Это, ну, геморройня, сука, просто. Это, знаешь, я вот возвращаюсь в 2016 года. Учимся рулить машиной в полете. Блять, нервы, просто все сгорает. Ты сидишь, да, и думаешь, спасибо, пофигу, ребята, ставьте, сука, лайки. Это на сладость радуюсь, насрал на я сладость. До него. Давай! Я прошел. Да. Не прошел, пиздобол, блять. Не пройдешь, ты не пройдешь, дядя, я тебе говорю. А, он прошел. Я реально прошел. И реально прошел. Что здесь за хрень? Даня, добро пожаловать. И что здесь делать? Так, ну следующий по сценарию я, потом Максим. А чё так сильно? А, это нет, это легко убить, ты чё? Да, да, Даня, хорошо. Нет, нормально. Да а их там много, говоришь, да? Да, их там 4 штуки. Бляха-муха. А кто придумал это все запускать? Блять, а почему я? Данил. Не, Би, серьезно, это проходится нефиг делать. Вот я во вторую дырку уже лечу. Не лечу, я обманул тебя. Да-да, Даня. Ебать, Макс, ты залетел. Ебаный он, я понюхал, забыл урайт и не прошел. Ну вот же, я два прошел. Это легко. Би, ты че, это изи? Да пиздец, Даня, скажи еще 200 раз, что это изи. Блин, это вообще угарное дело. Блин, я вот до дырки дошел уже, мы до дырки этой. Дырка, блядь, мой, до дырки. Вот у тебя, Данил, блядь, делать нехуй тебе в жизни, а. Хуйня, я долетел до Волрайда, блядь, но я споткнулся. Да куда меня повело? Походу... Что делаешь, да? Ну да, пробел типа тебя разворачивает. Игровые как сервисы Rockstar сейчас недоступны, вернитесь... Чё, блядь, я не пойду больше, пошли. Чмо, падры. Вы чё, дебилы, что ли? Да не судьба, да не судьба. Вылетел, блядь. Вы чё, дебилы, что ли? Остался только я и Биз, сильнейший из сильнейших, и продолжаем. Я надеюсь, сейчас не будет обрыва связи, и всё будет хорошо. Бляха-муха.
Что случилось? Начинается. Ну... Что произошло-то у тебя? Я вверх ногами пролетел. Круто. Не, ну это не сложно же, нифига, Би. Согласись. Да, да, это интересно да, даже. И к тому же мы за 9 минут всего прошли те элементы, которые тогда играли так долго. Всего 9 минут, господа. Это ведь нормально. Ты тогда не против, если я это обратно вылечу к тебе? Нам не направил, вообще не рулится. Hold on. Алло, рулись, говно. Ну мне не рулится, на пробел. Алло, what the fuck? Ну пожалуйста, вырулись. Вот она дыра! Вот она дырка! Вот дырка моей мечты! Блин! Вот она! Я идеально летел, у меня была идеальная траектория. Но они. Хи-хи-хи-хи! Все, импотентские бустеры. Меня бустер не подкинул, блядь. Вот и я о том. Алло, же. Бустер, блядь, ты о чем? Он меня не подкинул, но я бы на третью сейчас полетел. Ну ты быстрый какаха. Поворачивай. Да, я прошел. Я прошел. Включить, пожалуйста, блядь? Я с удовольствием. Как это сделать? Не знаю. Как что это? Тут надо сделать? Что это за хрень? Давай теперь добро пожаловать. В ад. Я фиг знаю, что здесь сделать нужно. Бля. А я качусь. Ну, так понимаю, нужно сделать так. Встать ровненько. Здорово. Здорово. В какой-то позиции быть, чтобы меня пульнул прямо на эту дорожку четко. Я прилип к ней и поехал дальше потом, как мне уже нужно. Я вот сейчас прилип к ней, но она развернула меня, поэтому... А как мне нужно, не знаю даже я сам. Ты до трубы там доходишь, вообще офигеть. Что творишь? Сейчас меня... О, стопер, отпихнул назад, блядь. Я еду назад только по этим, блядь. А я не успеваю перевернуться, я спойлером в любом случае цепляюсь за эту хрень. Что мне делать-то? Блядь! Я не могу ориентироваться на геймпаде. Это очень сложно. Ха-ха, я вообще перевернуться забыл сейчас на геймпаде. Я фиг знаю, что сейчас произошло, но я поехал. Задом. Не знаю! Что дальше-то делать? Мне рандомно закинуло туда. Дальше куда ехать, я не понял. Я... Ой, змейка без стоперов, офигеть. Стоперы хотят направляли тебя. Мы прошли эту фигню. Запись была вырублена. Как ты видишь, 75 минут. Я, блин, думаю, да, я попытаюсь пройти такую без звука молча. И, в принципе... А меня не подпихивают. А меня тоже не выпихивают, кстати. Алло. Вы чё, офигели? Да, понимаешь, мы большую часть работает. Времени потратили не то, что на волрайдах на тех с бустерами, мы потратили вот на этой перескочке. А все, знаешь почему? Потому что нафиг, нужно было позже shift нажимать, чтобы тебя бустеры пульнули, ты прожал shift дальше, тебя машина приклеилась к тому волрайду. Трындыкс. Просто больше часа просидеть там. Иисус. Джефф Безос просто. Ну повыше, сделай, родная, повыше. Я хочу посмотреть, что там хотя бы. Ну что, дай посмотреть там. Надеюсь, там не дырка узкая. Для вас этот ролик за 15 минут пройдет, ну максимум 20. Мы тут сидим уже, наверное, больше 100 минут, учитывая вчерашнее время. Я не помню, сколько мы вчера сидели здесь, когда меня выкинуло. Там сложно, легко, Би? Следующий элемент. Где ты говорил, тачка жирная. Следующий элемент легкий, легкий, легкий. А вот финиш сложный. Уби уже прибегает к тактике запугивания. Я просто пытаюсь хотя бы в середину попасть. Да! Нет! 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 Я чекпоинт не взял. Следующий элемент. Значит, Би говорил, что здесь нужно подпрыгивать, выравнивать машину и лететь в щель. Но лучше не выравнивать, лучше сделать так, чтобы ее пульнуло вперед наоборот. Ого, меня пульнуло нафиг. А, ты прошел? Да, да. Ты это легко? Да, это легко. А чё, меня будут ускорять сегодня, нет? Я недостоин? Я прошел! Я прошел! Сходу, я думал, будет сложно. Легко. О! Легко.
едешь тачку, ты направляешь вверх, она пролетает, собственно, летишь дальше, направляешь вверх, попадаешь в маленькую дырочку. Ага, я понял, это хорошо. Особенно, когда ты ровно становишься, а я становлюсь неровно, это прям вообще великолепно. А можно я ровно стану? Нет, это наглость вашей стороны, Серби. Привет. Давайте вы сбоку будете становиться. Я хочу стать по центру. А вот нет. Да алло, тебе по центру ставят, а я сбоку. Как вот, видишь, бедный родственник. А, ну в конце, ладно, я запылился. В маленькую дырочку не попал. Я не могу набрать высоту. Опять ты по центру встал. А че я высоту не набираю? Алло, я еще и стою сбоку становлю. О, по центру. Набирай высоту, падла. Ну я появляюсь неровно. Да набери высоту! Ей тупо пофигу, она живет своей жизнью. Давай сейчас ещё 90 градусов угол выставлю. Не, 90 на самом деле, она вообще столько. Нифига, у меня только 90, она сохранила более-менее угол. Может быть, бустеры я, ну, бракованные? Я сейчас не по 90 прилетел. Я попал в следующую угол. Нет, ты прикинь, сейчас нифига она тупо не пуляет меня. Выше, ниже. Опять выше, нафиг. Все выше, да выше. Не, если, в принципе, машина летит, то ее нужно отпускать. Ауф. Безумно важно залететь в дырочку. Если машина летит, ее нужно отпускать. Блять. Ты пролетел? Нет, нет. Да, вот я, ну, тупо сейчас жопой засандалился. Пролетел кольцо, но не пролетел, в общем. Давай на скорости. Ну блин, она опять жопой зацепилась. Зачем ты с жопой цепляешься-то? Дурында. Жопой цепляться не нужно. Об кольцо. Да. Все, выравнивайся. Меня неровно поставило! Прикинь, меня заспавнило неровно. Я левее врезался, чем нужно. Пожалуйста, пусть сейчас я лечу вверх и ровно. Ну, вверх я уже точно не лечу. Хотя чё бы ты? Ровно. О, ну ровно хотя бы уже полетел. Ровно это уже хорошо. Да! Да! Пролетел! О, наконец-то. Блин. Жесть. Это жесть, ребят. Сколько? 150 минут? Сколько? Сколько там таймер у тебя, да, какой? 150 минут. Ну, в сумме это плюс-минус 150 минут, учитывая вчерашнее время, когда мы проходили, меня выкинуло. 150 минут, ты понимаешь? Это трындец. Поставь лайк, что ли, если тебе не жалко. А тебе ведь не жалко. Не забудь про подписку. Quantum B были с вами. Кратос, Филиппин ушли от нас. Остались мы. Не забывай про подписки, про лайки. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.